сообщение о нетрезвом трактористе, устроившем гонки во дворах жилых домов по улице Гладкова в Чебоксарах, поступило в дежурную часть полиции во втором часу ночи 23 марта. К месту происшествия поспешил ближайший экипаж ГИБДД, инспекторы Станислав Кыртин и Евгений Кошкин. Их встретил очевидец происшествия, который пытался задержать неадекватного водителя. Он где-то здесь во дворах, он ботинку свой оставил, на одном ботинке бегать. По словам чебоксарца, когда после своих сумасшедших гонок трактор остановился, водитель просто-напросто выпал из кабины на снег. Он никак вообще не стоял на ногах. Он там сейчас поворот начинает, он все их поймал, и здесь тоже. При виде экипажа ГИБДД от дома неподалеку начала отъезжать автомашина такси. В ней пытался скрыться тот самый брюнет в одном черном ботинке. Вон, выйди на улицу, ботинок там у этого. По решению суда, ранее имевшего неприятности с законом 22-летнего молодого человека, на 10 суток поместили под арест спецприемник. Комментировать свое ночное ралли задержанный не стал. Были составлены административные материалы. Первое – это 12.27, часть 2. Это оставление водителя места ДТП, участием которого он являлся. Потом – управление транспортным средством не зарегистрировано в установленном порядке. Третье – это материал за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинской свидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя, не имеющего права управления транспортным средством, а также три материала по факту наезда на припаркованные транспортные средства. Ущерб за поврежденные автомашины пострадавшим автовладельцам придется взыскивать с лихача в гражданском порядке. Кроме того, в отношении ранее судимого чебоксарца возбуждено уголовное дело за угон. Трактором, принадлежащим одной из чебоксарских фирм, он завладел неправомерно. Обстоятельства преступления будут установлены в ходе дознания.